Сегодня увидел во дворе, как дети играют в игру. Они говорят, раз, два, три, замри. И после этого каждый старается принять какую-то, ну вот, супер навороченную стойку, выпендриваясь друг перед другом. И я в этот момент вспомнил, как мы тоже в детстве играли в подобную игру. Мы говорили, море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте, замри. И замирали. Это было в детстве, а сейчас во взрослом своем, во взрослое, в роли взрослого, я вдруг только подумал, вау, классная игра, ее можно сделать как упражнение для развития внимания и осознанности. Ну, например, вот я иду такой весь не отслеживающий себя, какой-то неосознанный такой себе говорю, стоп, момент, хоп, останавливаюсь. Тело останавливается, и ум свой тоже останавливаю. И внимание скольжу по телу. Так, какие у меня ощущения, где есть напряжение, где чего происходит, ага, какие мысли в моей голове, так, чего я там думаю, чего я там кручу, чего я там не осознаю, не замечаю. Угу. Потом отмираем, пошли дальше. Идем, что-то делаем, жизнь происходит. Оп, опять стоп, момент, тело остановилось. Что я сейчас думаю, что я сейчас чувствую, что я сейчас ощущаю. Угу. Прошлись по себе, включили внимание, уделили себе минуточку и дальше пошли. По-моему, жизнь очень классная штука, в ней столько всего интересного. И в связи с этим я еще вот о чем подумал, что, наверное, стоит вспомнить еще какие-то детские игры и сделать такой комплекс смешных упражнений для развития осознанности и внимания. По-моему, хорошая идея. Как вы считаете?